Сотрудники этого предприятия больше года не получали зарплату. В ноябре они встретились с главой края Вениамином Кондратьевым. Тогда губернатор поручил разобраться в ситуации. В начале декабря прошлого года было совещание под председательством Вениамина Ивановича Кондратьева, где была четко поставлена задача обеспечить график погашения задолженности перед всеми работниками группы компании «Седин». В соответствии с поручением была разработана дорожная карта. И совместно с администрацией города Краснодара мы реализовали эту дорожную карту, в результате которой вся задолженность была погашена. Для решения вопроса была создана специальная рабочая группа, проведены переговоры с владельцами предприятия, обсуждались погашение задолженности и продажи непрофильных активов. Выплаты по зарплате для сотрудников завода стали практически новогодним подарком. Мы получили 30-31 числа, там было два транша, заработную плату. И она, у нас задолженность была с октября прошлого года. Люди взяли много кредитов, должны были многим. А перед Новым годом такой своеобразный новогодний подарок произошел. Конечно, люди порадовались. Но теперь вот именно о возрождении идет речь, что будет дальше с заводом. Сейчас решается вопрос по сохранению предприятия. Как отметил Сергей Алтухов, на следующей неделе планируется встреча руководства завода с потенциальными инвесторами. Со своей стороны, край намерен и дальше предпринимать усилия, чтобы сохранить отрасль станкостроения, сберечь собственность завода и штат работников. В Краснодарском крае долг по зарплате за последние два месяца снизился в 5 раз, и сейчас он составляет 7 миллионов рублей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.